Так, ладно, ребята, погнали открывать новые кейсики. На сколько там мы их купили? Сейчас посмотрим. Я на мастерская, обычное создание. 12 кейсов с легендарными скинами. 52 кейса, из которых может выпасть элитная посылка, то бишь вот этот ящик и одна какая-то такая. Давайте сразу с одного начнем, наверное. Что-то прям прикольное мне подсказывает, может выпасть. Не, чуйка подвела, ребят. Этот быстренько откроем по 10 и потом будем по одному открывать. Посмотрим, вдруг тут тоже кейсы насыпят. Ну блин, офигеть, тут конечно сыпят всякого вот этого интересного. Какие-то вещи. О, кстати, неплохой сет выпал. Но пока что такой кейс вообще не упал. Поэтому что-то странно. Мало, видимо, процент выпада. Малый процент выпада. И тут тоже не упал, да? Ну, еще один прикольный выпал. Ну, слушайте, сыпет скинов прям, ну, нормально реально прикольных. Такие скины, и давайте 5 еще откроем. Быстро, без воды, без всего, без этой. О, один кейс упал все-таки. С 55 кейсов один кейсик такой упал. Нормально, нормально. Вообще не нормально, но ладно. В общем, тут что-то поднасыпало, ладно, потом с этим разберусь. Погнали открывать дальше. Все, 10 тут я не буду открывать, я буду по одному открывать. Буду по одному открывать, буду тянуть. Погнали. Какие-то с первой упадет. Нет, краска упала. Ну пока легендарки только сыплят. Так, этот у меня уже есть. Это он? Это он! Это он! С третьего кейса. Это он, а куда мне еще 10 тратить? Все, мне больше ничего не надо. Блин, а нормально так сыплет. А нормально так сыплет. Ну ладно, гоу еще пооткрываем. Так, еще один такой спорткар. Но мне нужно какую-то раскраску, наверное, прикольную на него, да? Взять. Еще один такой упал, офигеть. О, какие-то суппорта выпали. Но нужно неоновую подсветку на него хорошую выбить. Я надеюсь, она мне упадет. О, цвет прикольный. Практически такой же какой-то, да? Так, ну и сейчас посмотрим, что нам тут попадало. Зеленая краска, но это, я не знаю, на этот вообще скин или нет. Так, ну и что, давайте посмотрим, да, особое создание. Где тут внешний вид, по-моему? Транспорт. Спорткар. А и где он? Его нужно создать. Да, я правильно думаю? Да, его нужно создать. Чего? Сколько? Сколько? Разобрать сейчас. Будем разбирать, ребята. Будем разбирать. Так, сори за вебку. Я не буду ее сейчас двигать. Быстренько поразбираю тут всякого. В общем, эти по 3, по 4 тысячи примерно. Нормально. Окей, let's go, разберем. Разборка. Ну и все, в принципе, что нам хватит, да, создать. Блин, а офигеть они, конечно, вообще просто капец сделали как. Извините, пожалуйста, за мой корявый язык, но у меня нет слов. Неплохо. А, ну и тут сразу же, да, дают нормально. Так, ну и давайте краску, наверное, какую-то создадим. Оранжевую хочу. Так, еще можно один разобрать, вот такой вот спорткар. И он тут. За 6 тысяч. Нормально. Так, и что нам еще тут можно сделать? Краска. Это вообще на него или не на него идет? Я не могу понять. Это на него или не на него идет? Ну, диски, я не знаю. Давайте диски вот такие сделаем. Пусть на какую-то тачку все равно. Винтаж, люкс. По-моему, на нее. Ладно, let's go. Транспорт. Что там? Обменять на VIP. Ага, конечно. Изменить скин. Вот. А, ну да, есть краска. Вау, просто вау. Мой любимый цвет машин просто. Уф. Уф. Крутяк.
Так, линовку мы не выбили, это неоновая подсветка, тут она одна будет. Но я бы хотел, знаете, какую? Вот такую все-таки. Было бы прикольно. Или синюю даже, да? Наверное. Вот синяя бы смотрелась, кстати, неплохо. Диски. Диски все-таки эти мы выбили. Вот они, нестандартные. Нормально, нормально. И суппорта мы тоже на какую-то другую машину выбили. Давайте сразу этот посмотрим, что тут есть. Тут тоже ничего, значит, мы на джип выбили что-то. Белый джип, ребята. Нормально, нормально. А, купить линовку могу. А, да, точно, я же могу в натуре купить. Спасибо, спасибо, что подсказали. Сейчас мы все сделаем, ребята, сейчас мы все сделаем. Парапа, особое создание. Я могу на нее купить, получается... Какую, синюю берем? Синюю берем, да? По-моему, она прям круто смотрелась, мне нравилась. Но там какой-то контраст, да, хотя бы есть. Прикольно, давайте возьмем. Давайте возьмем. Возьмем на нее также. Это на нее, да, идут? Вот такие желтенькие возьмем. Блин, так тут получается дешево так-то стоит это все. Нормально. Нам сделал зря. Так. И что бы нам еще такое взять интересное? Так, это на эту машину. Это нам не интересно. Ну и тут мы уже выбили, в принципе. Да и больше, наверное, ничего не надо особо, да? Больше-то особо ничего и не надо нам. Можно было сразу, кстати, раскраску купить. Вот такую. Но матовый черный, кстати, прикольно смотрится. Прикольно смотрится. Ладно, ну давай, в общем, его возьму еще. Пусть будет. На потом. Зря, кстати, два желтых, получается, купил. Ладно. Пусть будет. Пусть будет. Так, и что нам нужно? Что нам нужно? Зайти, получается, в мастерскую. Пара-па-па-па. Нет, внешний вид. Транспорт. И сделать, да, уже до конца. Но желтая, кстати, тоже неплохо смотрится. Да, давайте желтую оставим. Будет без контраста прикольная. И суппорта желтенькие сделаем. Кайф. Я поставил? Нет, не поставил. Сейчас сделаем. Все, сохранить. Вот такой вот у нас спорткар. Вау, просто. Вау. Так, и лобби сразу же поменяем, изменить. И сюда сразу же ее поставим на первое место. Добавить ячейку 1. А этот мы добавим в ячейку 3. Вот так вот. Ну что, слушайте, я думаю, что это вообще шикардос, да? Я думаю, что шикарно. Белый спорткар, в принципе, нормально. Сбежали сразу, смотрите. Бегут сразу. Хочу такую же, дай погонять. Дай погонять. Ладно, берите. Облепили. Давайте им крышу откроем. Шалеть. Просто облепили, блин. Только не срать в салон мне тут. А то знаю я таких пранкеров. Закрою на всякий случай.